привет! Привет! Добро пожаловать в «Волокна пару». Добро пожаловать к смелым и отчаянным девчонкам. Наш конь, огонь. Оказался огонь, хотя заказывали белого коня. Ну ничего, конь-огонь приехал, и сейчас будем пытаться на нем как-то ездить. Мы нашли в первую очередь почту. Кареус называется. Кареус – это почта. Мы пришли, и там парень, работник, мы ему говорим, по-английски говорит, он говорит, это Испания. Это Испания, по-английски мы вообще, у нас все рухнуло, мы говорим, мы русские, знаем только русский и английский. Ну, он позвал какую-то техника, она у них, видимо, заведующая, да, она нам так по-английски все разъяснила. Мы взяли уже конвертики. Уже она нам написала, как заполнить вот эти вот вкладыши, ну, декларации типа. И все, теперь мы все приготовим, придем сюда и отправим. Они работают классно, ребята, вот испанцы молодцы. Они работают каждый день с 8:30 до 2:30. И по субботам с 9:30 до часа. Ребята, это класс. Вам же не круглосуточно надо почту отправлять. Понимаете как? Все, дальше мы поехали изучать остров, хотя, ну, мы его знаем, но просто будем кататься, смотреть все. По местам боевой славы. Да, что обратно на нашего коня. Такие киношные. Поставили около магазина. Мы в Ойша зашли, потому что, ну, там, тут больше всего, это же испанский магазин. И дешевле. А в Ойша зашли, оставили около магазина этот драндулет наш. А выходим, а его нет. Драндулета нет. Я уже с маме так смиренно говорю, мам, у нас его все. Я говорю, ну, мы молодцы. Девушка по-русски. Русские. Я видела, вон он, полицейский. Ой. Полицейский, который, оказывается, эвакуировал наш драндулет. Там, оказывается, нельзя было оставлять. Парковаться. Да. Ну, в общем, сейчас он, видимо, пошел другой тоже переставлять. Да. Бедные люди выйдут и тоже не смогут. Даже бумажки никакой нет. Что мы его переставили, вот мы бы носились. А нет, он им ей рассказывает, что нельзя, она сейчас перетаскует. А, она здесь, да. Нет. Ну все, мы поехали. Ой. Дальше кофе пить. Доехали до долгожданной Меркадоны большой. Если бы вы знали, как мы ехали, сколько приключений. Мы вдолбились очень сильно в одну машину. Анька поцарапалась руку, часы. Да. И мы выводили. Часы жалко. И мы выводили этого коня вручную. Вы не представляете, здесь такие гористые дороги. Да. Так страшно. Вот американские горки никакие не нужны. Но все-таки вы доехали. И главное, нашли мы эту Меркадону. Сейчас будем искать туалет, потому что мы очень долго сюда ехали. А самое главное, сангрия выветрилась на раз просто.
вообще зверь. Берем ключ, вставляем его, включаем. Я поставила изначально на ручной тормоз, мы его тоже выключаем. И сейчас мы на маленькой скорости будем пытаться повернуть. Здравствуйте! Мы вернулись уже со всего, что сегодня было, мы вернулись. У нас сегодня был очень насыщенный день. Мы, правда, не так много сегодня снимали, но день был насыщенный. Очень. Мы, наконец, сдали своего коня. Да. Может быть, мы еще раз его возьмем? Ой, Аня так хорошо научилась на нем ездить. Вот эти все самые страшные, как они... Горки? И горки, и кульбиты. Ой, слушайте, там такие маленькие тротуары, а ездить можно только по тротуарам. По проезжей части, где машины ездят, на этих, ну как они, мопеды, скутеры, не знаю. Я не знаю даже, как они называются. В общем, они дублями называются. На них нельзя ездить по проезжей части. А тротуары у них, вот честно, ну сантиметров 80, наверное. Ну вот как причем бы... на тротуарах еще стоят эти ужасные столбы, которые тоже занимают место. Посередине тротуара. Ну как бы вот в месте, где заканчивается туристическая зона, начинается более-менее такая жилая зона, у них вот эти вот узкие тротуары. И все это в гору. Да. Очень крутой подъем, потом очень крутой спуск, потом там еще и с детьми ходят. В общем... А те, кто ходит с детьми, почему-то не беспокоятся за их благополучие и просто так пускают, пускай я на них наеду. Вот. Прям мечта, по-моему, идиота, чтобы я на них наехала. В общем, у нас сегодня получился такой спонтанно шопинговый день. Ну, мы сегодня были, вот я говорю, в той части острова, в которой мы никогда не были. Угу. Лос Америкас, Лос Кристианос. И мы бы туда, конечно, ну, пешком бы точно не дошли. Если нет, так мы бы дошли, но это было бы очень долго, очень... Думаю, бы устали ужасно. А на такси приехать, там где-то ходить, все равно столько не увидишь, сколько мы увидели вот на этой механизированной машине. Конечно, здорово. Прям мне вот едешь и в разные стороны смотришь, так классно! Да, очень классно. В общем, мы довольны. Мы посмотрели те, ну, те отели, в которых мы раньше жили. Посмотрели зону, которую мы раньше еще не видели. Ну, как бы вот Лос Кристианос, он не был застроен. Кстати, в том отеле, вот, который, про который мы говорили, Mediterranean Palace, мы там жили, когда еще только-только вся эта зона начинала Лос-Америка даже, не Лос-Кристиан. Представляете? Да. Там еще все эти магазины, которые сейчас называются «Золотая миля», их даже не было. Считаются сейчас самыми дорогими на острове. Их даже не было. Ну, только еще в аренду сдавались помещения. Да. А мы уже там были. А, так интересно. А Лос-Кристианоса вообще не было. Ну, вот недавно, на самом деле, нас застроили. Ну, вообще прикольно смотреть на то, как все разрослось, и какие районы стали такими более богатыми. А уж если сравнивать с тем временем, когда мы первый раз приехали, вот в 95-м году, в 95-м году мы приехали первый раз. Ой, ну вообще небо и земля, конечно. И, кстати, многие из вас написали, ну как же это такой типа, безопасный остров? Ну да, он был безопасным тогда. Да. Тогда, знаете, когда мы приезжали. Таня вчера ходила, и прям чуть не плакала. Я ностальгировала. Настолько все изменилось. Если раньше он позиционировался как семейный отдых, да,
то не было казино, не было никаких увеселительных заведений, никаких ночных клубов, ничего такого не было. Было спокойно. Было очень-очень спокойно. Сейчас уже есть казино, ночные клубы, и в том месте, где Анюта играла в детские автоматы, да. Вот эти, как они называются, сделали какой-то автоматы. Спортбар. Какой-то спортбар сделали. И сейчас очень много каких-то таких... Секс-шопов очень много. Да, ну, в общем, все изменилось очень сильно. Всего очень много. Безопасность, очень много, конечно, под большим вопросом теперь. Очень много стало приезжих из Африки, очень много приезжих из еще разных районов. Публика немного другая стала. Ну, все, в принципе, другое стало. Самый безопасный район, насколько мы сейчас поняли, мы просто давно не были на Тенерифе, поэтому не знали, какой самый безопасный район? Самый безопасный район – это Лас-Америкас. То есть, если вы 100% хотите в самое-самое безопасное... Там целых два поста полиции. Да, самое-самое безопасное место. Вот Лас-Америкас – это самое безопасное, Плая де Лас-Америкас. Самое-самое безопасное место. Ну и самое дорогое. Да, самое дорогое... На втором месте наше место. Да, да. На третьем месте Лас Кристианос, на четвертом месте Плая де Фонабе. То есть, если вы... ну, как бы вот нашли отель, и он кажется вам дешевым, и вы хотите приехать, посмотрите, не находится ли он в Плая де Фонабе, потому что там все просто под колючей проволокой, каждый отель. И там самый небезопасный отель, он дальше всего от полицейских участков находится. Еще нам задавали вопрос, каких влогеров мы смотрели. Ну, по Тенерифу мы смотрели двух человек, и мы, по-моему, про них рассказывали. Анзор ТВ? Анзор ТВ. Он два раза был на Тенерифе. И второй, я не помню, как его зовут. Очень прикольный мужик, но он больше не снимает. Все равно видео-то есть. Да, но я не помню, как его зовут. Мы их смотрели, и, в принципе, вот Анзор, он жил долгое время в Лос-Кристианос. Как раз мы сегодня ехали по той улице, которую видели в его влоге, да, однажды. Вот этот... торговый центр, в котором мы были, его раньше не было, просто его вот не было построено. С этого торгового центра мы и начали смотреть влоги Анзора. Да. Представляете? Думали, что это какое-то такое невероятное место, такой прям оазис, а это на самом деле оазис в центре большой-большой магистрали. То есть это такое одно место. Каменной пустыни. Да, каменной пустыни. Ну, очень прикольно посмотреть это все. Оказалось, вот когда мы смотрели видео, да, казалось, что очень много всего-всего-всего вокруг. Да. В общем, очень интересно. Вопрос дня сегодняшнего. Никто не забывает про это. Никто не забывает. Конкурс продолжается. Вопрос такой, какой у меня самый любимый алкогольный напиток? Вроде как... Страсти очень... накаляются. Вроде как очень простой вопрос, и вам кажется, что вы знаете ответ на этот вопрос. Но Аня сама сегодня раздумывала очень долго. Какой же будет ответ? Ну, я придумала. Ну, на самом деле, я давно не пью то, что обычно люди думают про меня, и это оказался не самый мой любимый напиток алкогольный, поэтому... Я выбрала свой самый любимый алкогольный напиток и жду от вас ответов. Поэтому вот этот комментарий по поводу того, что люди будут друг у друга списывать, и не думайте. Анька сама не знает иногда ответов. Вопросы будут все сложнее и сложнее. Анька думает, ей 20 лет исполнилось, а на самом деле 31. Самый победивший вопрос – это: Аня, тебе исполнилось 18 лет. Да. Все. Все. С этим даже не поспоришь. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра, надеюсь, в приподнятом настроении. Обнимаю. А мы завтра с утречка. Тихо, не про меня рассказывай. Обнимаем, обнимаем вас крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.